Посадка самолета, выполнявшего рейс с Минск в Киев, прошла в штатном режиме, как пояснили в Белавии. После приземления, во время руления и ухода со взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку, переднее шасси судна частично задело грунт. В связи с этим командир экипажа принял решение прекратить движение. Пассажиры были доставлены в терминал в Борисполе на перронных автобусах для получения багажа и прохождения пограничного и таможенного контроля. Никто не пострадал. Сейчас за пассажирами отправлен резервный борт. Как планируется, он вылетит из Киева в 15:40.